Присвоение звания наивысшей ступени – это то, к чему стремится каждый спортсмен, который радеет за свое дело. Мытищинский педагог школы ЦДЮС Мгер Попян не представляет свою жизнь без универсального боя. Совсем недавно стал заслуженным тренером России. Путь к достижению вершины был тернистым, делится он. Это взлеты, падения, слезы, радость, травмы, болячки. Где-то не хотелось заниматься. Тут спасибо маме. Если бы не мама, то уже давно бы бросил бы все это дело. Сложности, они преследуют на протяжении всего пути. Это в первую очередь это травмы. Травмы, которые преследуют любого спортсмена, любого тренера. Немногие могут представить, какое волнение, трепет и боль испытывает педагог за своих спортсменов. Ведь результаты воспитанников во многом зависят не только от наставника. Пока ребенку не исполнилось еще 18 лет, это всегда не дуэт, это не спортсмен и тренер, это всегда трио – спортсмен, тренер и родитель. Без поддержки родителей, к сожалению, добиться нужного результата не получается. Но он должен понимать, что приведя к тренеру, все-таки в этом трио флагманом является тренер. Если тренер сказал, что мы двигаемся в этом направлении, родитель также должен его поддержать. От своих коллег по цеху не отстает и Мария Колесникова, многократная чемпионка мира по всестилевому карате. Теперь она еще и заслуженный мастер спорта России. С детства Мытищенко наблюдала за успехами братьев. Тогда родители увидели у девочки неподдельный интерес и отвели ее на секцию. Я не знала, что такое карате. Я не знала, что там нужно драться. Я думала просто прийти, позаниматься, да, уйти. Но когда я увидела это, я просто как любовь с первого взгляда. Мне всегда нравится смотреть то, как дети растут, как они развиваются, как они улучшают свою технику. Они начинают осознавать себя как личностей. Родители доверяют педагогам спортивной школы самое сокровенное. Мамы и папы нередко становятся свидетелями упорной работы с тренером. Они посещают занятия и соревнования, видят результат проделанных трудов. И мы, родители, очень любим Марию Александровну. Она потрясающий тренер, потрясающий человек. Абсолютно нет никаких трудностей. Все у него получается легко. Вообще, в принципе, у Марии Александровны с ее тренировками дети просто... Ну, видно, что они меняются только в лучшую сторону. Особыми заслугами отметили также опытного педагога школы ЦДЮС Бориса Скрипачева. Из-под его крыла уже много лет выходят чемпионы. Гордость за наставника переполняет коллег. Они все большие трудяги. Конечно, столько лет посвятили спорту, особенно Борис Наумович Скрипачев. Он в спорте уже более 20 лет, в нашей школе уже более 10 лет. И касаемо нашей школы, у нас много мастеров спорта, а вот заслуженными тренерами России становятся нечасто. Это звание нужно заслужить. Успех дается нелегко, и упорную работу не заменит никакой талант. Педагоги в один голос утверждают, что трудолюбие в спорте гораздо важнее любых качеств. Светлана Покровская, Александр Соломкин, Первый Мытищинский.